Вот сейчас за моей спиной та яблоня, которую я 6 лет назад снял в ролике про Травина. Сейчас она не плодоносит. Канатоходец работает под куполом цирка без страховки. Он может каждый вечер повторять свой опасный номер и рассчитывать остаться в живых, если сорвется. У меня же никакой страховки не было, и многое из того, что случилось в пути, я не сумел бы повторить еще раз. Вот это начальная фраза, с которой начинается его очерк. Без скидки на время. Она построена довольно странно. И я не уверен, что до конца понимаю смысл, вложенный в эту фразу. Канатоходец работает под куполом цирка без страховки, и у меня же никакой страховки не было. Видимо, имеется в виду, что тренироваться он может каждый вечер со страховкой и при этом рассчитывать остаться в живых, если сорвется. И только выступление, только само выступление осуществлять уже без страховки. А у Травина никакой страховки не было каждый вечер. Наверное, это надо понимать так. Ну вот, мне остается только еще раз сказать, что все то, что я сделаю, я не сумею повторить еще раз, если у меня получится. Даже если у меня получится. Это просто последний момент, когда это можно будет показать. Когда это еще будет иметь какой-то смысл. Поэтому вместо того, чтобы все бросить, я сейчас займусь именно этим.